Хорошо горят. Вот это кстати. Взять этих типов у выхода с верхнего болота на обратном
пути. Брали тепленькими, они как раз на ночь костер разожгли. Но как мы подошли, медведки рядом шум подняли, и пацаны спалились. Те шмалять начали, двоих пацанов вальнули наглухо, ну и мы одного тоже. Знаю, ты хотел их целыми, но нефиг было заливать, что лошье полное, а я пацанов терять не подписывался. Остальные пока ушли, но мы их все похватаем, налегке пойдем. По результатам надиктую, потом за трудности сочтемся. This is nice. Эд, я нашел следы твоих товарищей. На болотах на них напали бандиты, связанные с Климом. Понял. Сэм, постарайся узнать побольше. Хорошо, Эд. Конец связи. Товарищ Эда, надо поискать Старпома. Клим, эти суки вальнули пахана! Точнее, один вальнул! Минер ихний! Полный отморозок! Сказал, что сдается!
сломался. Старпом ушел, пацаны его сейчас гонят. Короче, Клим, я знаю, ты козлов этих живыми хотел, но нас никто уважать не будет, если мы последнего не завалим. За пахана нашего. Так что Жмуров и барахло ихнее тебе притараним, не вопрос. А живьем отменяется. Братва, бросаем все тяжелое, потом подберем. Надо вольнуть последнего козла за пахана! Пригодится. Лестницу бы положили. А, вот и лестница. Sorry, Ed. Твои товарищи погибли. Я нашел одеолог Старпома. Топливо там, где вы и думали. Они погибли, выполняя свой долг. Вечная им память. Благодарю, Сэм.
Продолжай действовать по первоначальному плану. Я готов выдвигаться. Понял, Эд. Продолжаю по плану. Про Толика Лысого и как его змей испытывал, слышал? А, это слышал. А как подлодочные, когда плавали, еще видели на приборах мутанта в 7 раз больше их лодки? Тоже знаю. И получит себя. Моего кума-брат акустику ихнему самогон продавал. И тот ему по секрету рассказал, что это значит и не мутант вовсе был, а плавучий город инопланетянских ящеров. И они с него хотят род людской извести. Так торпеду надо было. Так хотели. Но только навелись, как у них на всех экранах президент в пинжаке, при полном параде вообще. Все как до войны. Появился, значит, и говорит: не сметь стрелять по нашим дорогим партнерам. И лодка сама развернулась. Вот так они и догадались, что президент, значит, всегда ящер и был. Ого! Да. Вот так вот. А за коржай самолет слыхал? Не. Ага. Ну, значит, занесло коржа бури далеко в море, на юг. И только стали пару ставить, глядь, летит. Большой, высоко. След еще такой, знаешь? Корж орать, мол, смотрите, смотрите. А с ним одни молодые были, они не поняли, что это. Да ну, брехня. Это чего же это? Самолет, да еще большой. Ты прикинь, сколько он горючки жрет. Ладно бы корабль. Ну, хочешь верь, хочешь нет. А за корабли? Про команду мертвецов слыхал? А ну, а ну. Ну, значит, шла бригада одна по морю. И тут смотрят, корабль здоровенный дрейфует. Подошли, все тихо. Поднялись, смотрят, а там добра. Жратва какая хочешь, консервы там, галеты, и патроны, и горючка, и одежа там, припасы, все есть. За команду мертвецов.
А команда вся мертвая, по местам стоит, будто где работали, там и померли. И не заметили даже. Тут бы мужикам смекнуть, что дело нечисто. Но они, как добро увидали, все забыли, разбрелись и нагребают. Один молодой ихний в рубку поднялся. Там все тоже на местах, кто за штурвалом, кто... ну, где там положено. Ну и капитан стоит весь в белом. Пацан этот отвернулся в окно позырить и слышит, шуршит что-то. Смотрит, а мертвецы хоть и на местах стоят, но не так, как раньше. Все на него повернулись и руки вот так тянут. Да я бы обоссался. Ха, так он тоже! Пацан как чесанул назад, добежал, где на борт поднялись, завез своих, а в ответ тишина. Думал искать, но слышит, зашуршало. Глядь, а рядом мертвец стоит, будто всегда тут был. И чтоб ты понимал, солнце заходит уже. Молодой с того жмура глаз не сводя, веревкой обвязался и вниз. Только пацан в лодку спрыгнул и веревку отрезал, а ее раз и наверх. С той стороны потянули, понял? Ну, он только от корабля оттолкнулся и отошел немного. А тот полный вперед врубил и ушел. Вот так вот. А про тех мужиков, что пропали, никто больше не слышал. Видать, капитану рук не хватало, вот он себе команду и пополнил. Да уж, бывает такое. Да, и не говори. Я вот за ту историю твою думаю. Какую? Про Бабский остров? Да не. Про коржа и самолет. Вот смотри, если у них на юге и самолеты есть, чего они до сих пор к нам сюда не прилетели, а? Так и чего они тут забыли? Ты по сторонам посмотри. Будь у тебя самолет, ты бы сюда летел? Да ты бы наоборот на нем отсюда свалил. Только тебя и видели. Да, такое не часто попадается. Что за нах? Ща я пойду и сучару эту натяну на. Ничем, мля, и не таких обламывали. Зашкварник, ты там начинай уже вскрываться или чё? А то я тебя найду в натуре. Смотри, пожалеешь, мля! Дрявая. Ну, мля, значит, как поймаю, не просто пристрелю, а как тряпку порву на. Пацана завалили, суки! Thank you.
Это я понимаю. Пойдет в дело.
I could use this. Точно пригодится.